Несколько крупных предприятий Тамбовской области попали под пристальное внимание инспекции труда. Причиной стала задолженность по заработной плате. Об этом представители ведомства рассказали сегодня на публичных слушаниях. Вместе с работодателями и сотрудниками различных компаний на слушаниях рассмотрели наиболее актуальные проблемы отрасли. Одна из них – это задолженности по заработной плате. Несмотря на то, что представители трудовой инспекции называют ее в числе самых острых, в регионе сегодня, подчеркивают ведомство, ситуация стабильная. В среднем в реестры инспекторов попадают от 4 до 10 крупных предприятий, за деятельностью которых ведется серьезный контроль. Задолженность по заработной плате – это величина всегда динамическая, она изменяется то в меньшую, то в большую сторону. Здесь как бы важно и донести до всех, в том числе для работников, то, что важно в самый первый момент, когда только начинаются проблемы с выплатой заработной платы, обратиться в инспекцию, чтобы инспектор вышел, установил этот факт и принял меры инспекторского реагирования. Не затягивать лучше и в том случае, если на предприятии заметны нарушения норм охраны труда. Наиболее часто это происходит в таких отраслях, как сельское хозяйство и строительство, где пренебрежение элементарными правилами безопасности порой стоит жизни. Однако специалистов настораживает и то, что случаи производственного травматизма учащаются там, где их можно было ожидать меньше всего. Важным вопросом, рассмотренным в рамках слушаний, также стала защита трудовых интересов людей предпенсионного возраста.